Очень дерзкая и женственная. Всем привет! Вашему вниманию я хочу представить вот такую модель сапог. Мы видим здесь очень красивую пряжку по бокам. Кожа на ощупь очень достаточно приятная. Также у нас снизу вот такая вот красивая серебряная цепь. Очень дерзкая и женственная. Каблук 14-15 сантиметров. Также у нас Также у нас имеется платформа вот с такой вот классной серебряной вставочкой в начале. Платформа очень удобная. За счет того, что она высокая, в этой обуви ходить намного комфортнее и удобнее. Девочки. Вот так. А сейчас мы продолжим обзор, только уже с другой стороны. Цепочку можно посмотреть поближе, насколько она у нас двойная, вот такая вот, достаточно толстенькая. Также обрати внимание на очень женственный и очень аккуратный угол наших сапогов, насколько это выглядит аккуратно и женственно на наших ножках. Также длина нашей пары тоже достаточно приемлема, что будет очень удобно для платьев разной длины и юбок, и много с чем можно сочетать данную длину наших сапог. Все, можно идти? Ну что, девочки, вот мы заканчиваем наш обзор. Сапоги очень удобные, очень комфортные, а самое главное, очень женственные и подойдут под любой ваш образ. В этих сапогах я чувствую себя просто замечательно. Я уже знаю, с чем я смогу их одеть. Надо обязательно показать своим подружкам, насколько это выглядит классно. Эти цепочки мне очень сильно нравятся. Они дают некую дерзость этим сапожкам, что очень-очень классно.